Proszę. Очень рад вас всех тут видеть. Очень... Сегодня первый день весны. То есть, это первый раз знак, который будет нас сопровождать через целый наш вечер. И я хочу поведать, весна, это такая пора, когда по ветру летает... То есть, первый день весны, то есть, измены. І прежде чим почати наш полонез, я хотів би вам сказати, що в Маслинку на наших землях гості, хазяїва дому, завжди робили пишні бали з угощеннями, з танцями. І хочу представити вам нашого хазяїна нашого дому, пана Толщика, який на хрещенні став отцом. І я хочу, щоб ви поаплодували тому тій оказії. Мы рады приветствовать, дамы и господа, вас в усадьбе Бивак. Надеюсь, что ваша встреча с нами, она будет первая и будет традиционная. Поэтому пожелаем вам сегодня именно того искреннего общения, которое поможет как раз превратить все ваши задумки в будущее, в реальность. Спасибо. Мне бы только знать, что
где-то ты живешь. И клянусь, мне большего не надо. На что-то подобное. Неправильно, то подобное на крылья ангелочков. По-польску то шидва оньолов. Не очень так поэтично. Прошу. Кавалер, чью ручку крылышко ангелочка ухватит, там и будем танцевать круг вальса. Хотите ниже, дотягивайтесь ручку. Ручка как раз туда достает. Следующий парк. Шановні панство, наші музиканти ще живі. Дами туди. Кавалер продовжує йти. До свого кавалера. До своєї дами. Потім робимо. Теперь откройте, прошу, ваши танцевальные ксёнышки. На вольных белых листах можете написать то, что бы вы не хотели брать с собой
Далі. Кавалери і дами, зніміться перчатки, прошу, тому що це дуже опасно. Дами, не бойтесь, я чима, може, ще з одної душі.